И всем привет, дорогие друзья! С вами снова Колян Тепловозыч. Я продолжаю играть в игру Cities Skylines. И сегодня мы займемся расширением самого первого вообще района в городе. Давненько я им вообще в целом не занимался. Вот. Давайте посмотрим, что можно сделать. Что тут у нас вообще с территорией? Да, наверное, буду я расширять свой город вот сюда дальше. Вот. Но пока давайте просто вот этот район так немножечко, можно сказать, закруглим. Вот, сейчас увидите, что я имею в виду. Сейчас увидите и поймете. Собственно, что я хочу сделать. Так вот я хочу сделать, ребята, вот такая у нас. Ну, блин, немножечко холмистая, но, ребят, это уже местность такая. Здесь я не в силах что-либо сделать. И сейчас вот вообще, в принципе, вот такую вот, можно сказать, границу проведем дорогами. Границу дорогами, ребят, да. Вот так вот. Ну да, здесь такие вот холмы, все кривое, все косое, ну вот. Кто-то писал в комментариях, что ему нравится, что такая вот штука, но... Кому как, конечно, да, мне, например, местности это не очень нравится, а кому-то, может быть, очень даже. Почему нет? Так, и что тут у нас можно сделать? Давайте вот здесь набережную сделаем, ребят. Вот, просто вот здесь так красиво получается. Во, замечательно. Так у нас набережная здесь пойдет, а тут мост будет. Так, и давайте ее вот здесь вот подсоединим. А-ха-ха-ха, нам станция метро мешает. Да. И что делать? Я не знаю, что делать, ребят. Нет, есть, конечно, одна мысля, но это полный бред. Ладно, короче, ребят, сейчас придется нам станцию метро немножечко... Ёлки-палки, нам ее не сдвинуть толком. А, нет, можно сдвинуть. Сейчас. Где? Слишком короткое расстояние. Вот. Ну как так-то, а? Ну ладно, придется тогда так. Так, и что у нас тут с маршрутом тогда получается? По идее, само все должно восстановиться, но я не знаю просто. Что за фигня? Ничего не понимаю. Ладно, давайте вот сюда вот. А, вот, все. Здесь у нас пропала остановка, что ли? Вот! Все, ребят, мы все исправили. Я все исправил. Все, теперь нормально. И можно непосредственно саму дорогу подсоединить. Давайте поаккуратнее, все знают, я очень люблю, чтобы все ровно было. Все равно криво. Ребят, это издевательство какое-то. Ну ладно, хрен с ним, пускай так будет. А то мне как-то уже поднадоело все это постоянно исправлять. Так.
И что? Ну и давайте сразу начнем расширяться. А, да. Как третий меняется, чтобы я знал, что где стоит. Так. Ничего тут. Чуда, ребят, все какая, наверное, голос у вас тоже идет. Я сам слышу прекрасно. Вот, о, знаете, компьютер, что он. Чуть си сказал, бухал. Я не знаю, что все. Здесь так и просьбы. Делаем си матч отсюда, все так, абсолютно так просто. Ничего тут за все. Так, ну быть, вот там ее не будет. Совсем с такой дикой. А вот такая массив, я там да, что-то подгружу тут коса. Но ладно. Я думаю, у меня все равно все это застроят. И что-то я минус смотрю, не знаю из-за чего. И у меня вообще проблема. Ну то, что народ умеет. А что ты? А что не так-то? Что, не хватает электричества, что ли? Ой! Вот я старый драк. Я думаю, зачем спал мне редко. Да, это опять там мира живу, как видите, все у меня сам дефорет. Ну, видимо, опять поколение меняется, что ли. Я не знаю. Вов. Сейчас, ничего. Ну, сейчас все вот это сказать делаем, так даже. Минш уже как-то что-то отправить. Нет, здесь я тупо не знаю. Ну, давайте пропушить сделать здесь. Так, ладно, скрутим вот так вот. Да чё ж, всё дигает, а ты заходит, но просто всё лагает. Просто нахрен лагает. Не знаю, что за... Вот ты всё видит и учит. Меня это только бесит, но вот чё не поделаю. Ааа! Меня не добьё. Давай. Да, тут уже всё поедет. Чё я? Чё я какой-то сам тоже бухой. Я же вообще лагаю, то есть не только я бухаю, еще и игра тоже бухает, там где лаги взвязать, я не знаю, как вы это смотрите, как не слышно, знаю, что это ужасно. И у меня зия, все возможно, уже будут все фини, но жене все улучшается. Так, что тут делать? Да. Самолет. Самолетик. Да, как будет. Не знаю, что делать. Давайте сейчас займем как бы следом. В общем, сейчас я рандомно все делаю, я даже не знаю, что, где, как, с чем связано. Вот. Абсолютно рандомно все это сейчас. Давай, давай. Почему? Потом поредать немножко. Да. Сейчас здесь. Пошим. Не забыл, ребят, мы прям реально лгать. Понимаете, бред? Почему не с собой? Ну, так, давай тело подстрел полос. Еще один сюда. Сейчас будем переставлять, во-первых, тафон связки нужны, так, и не может, так, стриджи, так, нормально, так, здесь, вот, уберем, сейчас уже убил, вот здесь, ну, собственно, и здесь втроем, да, вот, все, топ, вот у нас развязочка, так, и, что еще надо, куда далеко можно идти, так, еще, что надо еще, на два раза развязку здесь. Так. Иди, что я брал. Это я терял, что там был. Вот у нас свяжу полный дверь рядом. Вообще ужас, катастрофа. Я не знаю, как этим жить, но вот такие дела. Да, и вот у меня все эти многочисленные ноги. Умеет. Давайте здесь сделать его шоу. Ну и непосредственно все соединим, соединим просто. Так. Неровно получилось. Сейчас не знаю. Вот. Ну, вроде бы нормально. Что-то мне реально все говорит. Не знаю, что делать. Да, ребят, пишите, что ладно. Прямо. Может, можно как-то играть, знаю. Да. Убираем слот. Здесь. Побил. Какие-то не знаю, что скидка, но конечно тут видео вас тоже бесит. Но фенечки дети от меня. Так, давайте это режим поменяем. Поворот убираем. И тут поворот убираем. И здесь убираем. Вот, все. Так, котик. Что-то у нас с
сверх все. Так, уже за уровень здоровья. Цель уровень 78%, способность услуга, людно, поступка, хз, фигища, я не знаю, фенерик. Вон, умерших, погребено, я не ничего, чё за прикол. Но, степ, стрима. И вот, наверное, будет чё, кошельная зона, что я думаю, блин. Пока все воздух сильно, наверное. Даже... О, наконец-то, ребят, наконец-то. И потом резочку куда-то сделай. Вот. Почему я варкал, не может быть, я хочу здесь. Даже знаю, как будет. Идеально. Главное, либо детский, что у нас будет хорошо. Ёпты. Вот здесь у нас тоже промышленная зона будет, крайне. Вот. Так. И собственно даже соединяю. Ой. Какой ужас, ребят, боже, какой ужас. Этим идет как-то исправить. Просто я посмотрю, что смотрите нормально. Потому что это суть, давайте сейчас ровно так лап сделаем. О, вот так вот. И теперь группа уже сам. Просто невозможно сделать, плюс всем опять же все очень жестко лагает сильно. И из-за этого нельзя делать. Здесь еще хуже получает. О, да, вы видите, какая жуть вообще. Идется здесь с хишаками делать. Ну, хотя вот так, в принципе. Давайте, уже у меня все куплено, ребят. Сейчас прикол. Так, давайте сейчас соединим, уже делаем, ребят. Во. Так, и давайте что-то у нас делать. О, красота. И сейчас вторую, то, ребят. Хотя бы так, ребят, хоть не уже. Ну, конечно, не идеально, но и криво. Уже хорошо, ребят, потому что как-то не так вот, не кокса. Так, и еще одну разочку надо уткнуть. Ой, блин, я на паузу забыл поставить, ребят. Надо было на паузу поставить, чтобы у нас деньги не тратились. Так, и он нигде эту развязку не хочет ставить, потому что ему местность слишком... Склон ему слишком крутой. Давайте попробуем подравняться, хотя это очень долгий процесс будет и мучительный. Давайте, наверное, вот таким вот способом будет гораздо проще. И все равно ему что-то не нравится, я не знаю, что. О, 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 где, где, где? Был момент. О. Господи. Ну, ладно, это не критично, это можно поправить. Будет, конечно, немножечко криво, но все равно. Нормально, давайте вот поправим. Ну, вот так хотя бы. Вот. Так, и убираем сразу же светофорчик. А, нам еще надо же расширить. И у нас опять этот долбанный светофорчик появился, опять его надо убирать. Да, вот такая фигня, ребят.
Так меня бесит светофорчики, конкретно бесит. Так, и здесь сейчас просто прямой трассой соединяем. Вот так вот. Так, и надо будет здесь какую-нибудь оригинальную развязку потом придумать, но пока... Ай, криво. Пока вот так вот дорогу поведем. Во. И сейчас главное с обратной стороной не запутаться. Как-то так. Ну да, ребят, не очень ровно, но в принципе... О, боже. Боже мой. Ну ладно, ребят, это все из-за местности. Это все из-за кривой косой местности. Здесь, наверное, какой-нибудь мост будет или что-нибудь еще. Так, и у нас тут в коммерции потребность выросла. Давайте вот здесь вот все застроим. Да, вот здесь еще наша... Дорогущая трасса из прошлой серии, от которой я не знаю вообще есть ли толк, потому что вот я смотрю, по ней никто вообще не ездит, и не знаю, нахрена я ее вообще строил. Ну ладно, мне кажется, это вопрос времени, потому что, может, потом, когда у меня тут все будет застроено, и трасса станет очень оживленной и используемой, мне кажется, что не зря я все это делал, столько денег в нее вбухал. Посмотрим, ребят. Смотрим. И это... А, это машинка у нас на переходе стоит. Воу! Воу, давайте все вот это вот застроим так красивенько. Во. Вот. Кучу им коммерческих построек. Ну и давайте продолжим, что у нас это все остается. А, давайте еще им как-нибудь вбухаем ровный. Ну, у меня так мало. Вот у меня есть. Вот. Такая вот вещь. Ну, что, мама, по-моему, неплохо. Не знаю, последний-то сделай его. Сейчас точно поеду, ладно. Ух ты, смотри, они косыли уже прямо назад, значит. Так, ну, смотри, ты. Кошный ты. Дабы нам это роскошный ты, ребята, писали. Золотое, птица, золотое, ребят, но меня это задавало конкретно. Ну, где эти мне хуй? Здесь тут вот рум, стой, я знаю, это я дом втором. Так, нормально, ребят. Не, не, так, ладно, пока не работает, я его смотрю. О, боже. А, это дом вход. Со сменой синий вообще исходит. Да, и тут сейчас чего? А, кстати, мы же протезную дорогу не подвели. Это я об этом совсем забыл. Нужно лето подвести. А, ну ладно, это следующий серий будет. Сейчас я с вами прощаюсь, с вами Павлович и НК.